разберем топовые блокчейны в NFT индустрии. Ну, на самом деле я обзор уже сделал на данную тему, но список малость обновился, поэтому давайте рассмотрим все заново. Так, на первом месте, конечно же, также находится Ethereum сеть, Ethereum блокчейн с маркетплейсом OpenSea, ну и другими тоже. Вот за 23 августа от статья, да, 1,3 миллиарда долларов объем продаж на OpenSea, ну, блокчейн Ethereum. Вот, но еще было 8 дней, по-моему, там я видел цифры где-то около 3 миллиарда даже долларов. То есть они, ну, если пишут, что 4 раза больше по сравнению с июлем, то значит еще ну, где-то почти в 10 раз больше за предыдущий месяц. Плюс, как мы знаем, в июле OpenSea привлекла 100 миллионов долларов в раунде серии B своего, ну, с инвестиций. Так что здесь все очень хорошо, как у OpenSea, так и у всего блокчейна Ethereum. Единственный минус сейчас – это слишком высокие комиссии, никак не остывают GWEI, держится в районе где-то 50-60 все равно. Ну а если к вечеру по Москве, так вообще молчу, там где-то с 4 часов начинается уже от 100 и прям держится до полуночи, там до 2-3 часов где-то ночи, потом так к утру снова ну, подостывает. Вчера так вообще была комиссия где-то 4000 GWEI, это было 1 сентября. На втором месте это блокчейн Binance Smart Chain. Но здесь в первую очередь он на втором месте за счет не PFP картинок, то есть, ну, которые для профиля, да, profile picture, то есть без 10K NFT, а именно где используется BSK для play to earn игр. Ну, в частности, сейчас, например, это такие топовые игры, как My Neighbor Alice, Моя соседка Алиса, обзор на них я уже тоже делал давно. Вот. И вторая, наверное, игра — это Farland. Обзор на нее я тоже уже делал. Напомню, 20 тысяч здесь NFT было распродано. Вот. Но в целом, повторюсь, используется в основном для игр. Такой игровой блокчейн, Binance Smart Chain, потому что в первую очередь, ну, когда мы совершаем какое-то действие, обычно требуется подписывать транзакцию. Вот. Ну, а так как в Binance Smart Chain комиссии низкие, там составляют ну, где-то 10, 20, 30 центов, то это удобно. Ну, если бы это было на эфире, то там комиссии, естественно, выше, это было бы просто неоправданно. Вот, и поэтому все игры как-то переместились именно на Binance Smart Chain сеть. Ну, также есть от самого Binance их marketplace, где там можно будет создавать NFT свои, но также есть Mystery Box. Но это больше похоже на паки с VAX, где там стоимость 10-20 долларов, 30 долларов и количество паков там достаточно большое, там 10 тысяч, 20 тысяч и так далее. Далее блокчейн VAX идет, до сих пор он удерживает топовые позиции, ну, за счет таких сейлов, ну, как Mystery Box на Binance, тоже тут паки можно будет, ну, можно покупать вот, Pagan Guts игра и так далее, в общем, ну, тоже достаточно такие нехилые объемы за счет берут количество. Вот, но далее список идет спорный, потому что ну, здесь много факторов разных. Ну, давайте, вот, например, посмотрим про криптослэму. Видим, что также Flow, блокчейн, да, Samba, TopShot занимают ну, 704 миллиона долларов за все время. Ну, допустим, если посмотрим за последние 7 дней, давайте, вот, то видим, что нету. Здесь Samba, TopShot, оно аж на 24 месте, вот 7 миллионов всего лишь долларов, ну, по сравнению с предыдущими месяцами, это, конечно, мало, ну, неделями даже, вот, но UFC будет запускать Flow, поэтому посмотрим, возможно, объемы тоже повысятся, вот, но кроме Flow, также еще сейчас есть такая темная лошадка, как Solana, сама монетка выросла уже довольно-таки ну, до высоких цифр, 125 долларов где-то было, ATN у нее 130 вроде бы как. Хотя сейчас тоже аналитики стали уже говорить, что вообще там, не знаю, раза в три вырастет еще. Вот, но посмотрим. У них вот недавно был сейл Aurora. Вот также один из первых более ранних сейлов — это DigiNap. Такие вот прикольные обезьяны, ну под типа взяли идею с обезьян на блокчейне Ethereum, который Board Ape Yacht Club.
Вот. Ну и если посмотреть по рынку вторичных продаж, сейчас там достаточно хорошие суммы показывает именно сеть Solana. Ну плюс у нее небольшие комиссии, тоже там в районе где-то 2-3 долларов в среднем. Плюс нет газовых войн, как в блокчейне Эфириум, поэтому, возможно, это новый конкурент, но посмотрим, будем следить за данным блокчейном. Ну а так из списка я бы еще отметил, наверное, последние пятые блокчейн, это пусть будет Polygon Matic. Но он не такой популярный сейчас, но вот, скажем, за счет Zedrun'а одной игры уже какие-то объемы, ну, 7 миллионов долларов за 7 дней, почему бы нет, если, например, за 30 дней сделать фильтр. А то Zedrun, лошадки, скачки, тогда показывают уже 31 миллион долларов. То есть, ну, такие локальные цифры, в принципе, не очень плохие, но и не так, чтобы прям популярный блокчейн вышел в топ. Так что как-то так. Мой список — это первое место блокчейн Ethereum, второе Binance Smart Chain, третье VAX, далее, ну, пусть будет, да, Solana, и последнее, пятое место — это Polygon Matic. Flow сейчас я пока что не беру, не знаю, ну пусть он где-то будет тоже, скажем, шестое место, но вот только за счет того, что объемы упали, потому что, повторюсь, если выйдет UFC, если он также стрельнет, как NBA, посмотрим, может быть, что-то там получится у них. Все, надеюсь, было полезно. Подписывайся на мой телеграм-канал, на мой твиттер, 3400 подписчиков, и до новых встреч!